Ситуация остается нестабильной, особенно в отношении Дебальцево, но это неудивительно. Я, как и все остальные, призываю, чтобы прекращение огня соблюдалось. С этой целью вчера был проведен очередной телефонный разговор. Из районов, где перемирие соблюдалось, приходили, как я считаю, очень трогательные фотографии людей, которые наконец-то без страха могли покинуть свои дома. Совершенно ясно, что предстоит многое сделать, чтобы сохранить мир. Я всегда говорил, что нет никаких гарантий, что то, что мы сделаем, работает. Этот путь к миру будет крайне сложным.